прошли границу буквально за 30, может, чуть больше минут. Все, мы в Европе. Нарва! Это Петербург, и мы здесь с кем, спросите вы? Мы здесь с танками. Опять этот автомобильный лифт, в который надо как-то влезть. Вот наш бусик. Thank you.
один безбилетный пассажир. И лотерея. Войдет, не войдет без багажа. Четвертый день нашего путешествия. Сегодня встреча в Вильнюсе, но чуть позже. Вчера весь день провели в дороге. Днем остановились в Таллине, погуляли пару часиков, а в Ригу приехали уже совсем поздно, там почти в 11 вечера. Прямо сейчас направляемся в Вильнюс. Осталось километров 150-200. Ну ничего, успеем.